этой горной реке, короче, заплыли до самого конца. И теперь мы уже идем, я не знаю, километра полтора, возвращаемся все по этому 39-му указателю. Вот, короче говоря, очень прикольно. То есть где-то фрески какие-то на потолках, где-то фонари, то есть какие-то статуи. То есть все очень красиво, все очень классно сделано. Вот, и вода очень чистая. Ну, рыб там, конечно, в конце много, а так практически нет. Вот. Вот мы сейчас пришли. Вот там вот, по-моему, мы заходили. Сейчас мы посмотрим. Здесь, наверное, можно. Хотя мы можем, да, уж точно здесь вот обойдем, чтобы уж не париться. Мы, короче, оставили наши шузы где-то там под землей. И сейчас это посмотрим, где они. Давай тогда это держи. Ключ. Да. А я пойду поищу наши ласты. Мы оставили под землей наши сланцы. И там русскоговорящая, как-то она по-русски, по крайней мере, говорила. Женщина. Соответственно, сейчас я ее попробую найти и забрать там эти тапки. Вот тапки я забрал. Все хорошо. Никто их не подрезал. Женские тоже никто не подрезал. Все очень хорошо. Все очень понравилось. Вот на входе русскоговорящая девушка, которая нам порекомендовала этот длинный маршрут. Маршрут зеленый. Вот, то есть там несколько маршрутов. То есть попроще, полегче. Не так страшно. То есть мы плыли по пещерам. Ну, вы все сами видели на видео. Вот мы оделись, переоделись. И сейчас нам нужно сдать наш номер, ключ от ячейки. И все, в принципе, мы будем выдвигаться в район шоу, где проходит шоу. Оно желательно там быть в половине седьмого, время 5. И где-то там полазим вокруг, найдя это шоу, мы пойдем в какой-то там парк орхидей, сад орхидей и еще куда-то. Вот такой прикольный. Вот здесь вот на этой круглой штуке сначала переодевалки идут, а потом туалеты, такие же, как переодевалки. То есть вообще так прикольно сделано. Кубаны спят, отдыхают на солнышке. Но один не спит. И снова идем по джунглям. Это вот не такая вот, как крыса. Вот так прям ни за какой, ни за решеткой, ни за сеткой, а так просто лазит чувак. Кто это такой, я не знаю. А вот мы, наверное, здесь плавали.
Да, вот помнишь, я говорю, сверху люди. Мы как раз здесь стал плыли. В музей орхидей мы не попали, так как он работает не музей, а сад орхидей до 5. Соответственно, нам сказали, что уже, ребята, все, и куда-то нас отправили туда. Вот мы идем со всеми куда-то там за какими-то людьми. Они куда-то идут, мы тоже посмотрим, куда выведет. Хотим попасть на такую башню, где там смотровая площадка крутящаяся, если, конечно, успеем. Да, тут какой-то ужас творится теперь. Шум такой. Орут вот кто-то со всех сторон. А вот, короче, вон там вот какие-то люди. А? Чему? Ну. А там уже полный корабль. Да ладно, сейчас успеем. Садили нас на какой-то плот, да, и мы плывем по какой-то реке. По райской реке, да. Вот этот вот райская птица орет, так что уши вянут.
тебе плыть парась по реке? После того, что ноги гудят. А, тут вон под мостом там сидел. Сидели, пели. А далее. Назад нас привезли, да? Минут 10, да? Все равно прикольно. Причали. Туда, откуда отчалил.
мы сплавлялись по Райской реке. Что там? Нам очень понравилось. 10 минут плавания по тихим водам настоящего рая, посреди зелени и полного покоя. Руками не трогай. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч!